Здесь будет сосновая роща. В пятницу депутаты и молодежная палата Курганской областной думы приехали в Белозерскую центральную районную больницу. Более 20 человек за полчаса высадили сотню сосен на больничном газоне. Саженцы безвозмездно предоставил депутат парламента, директор Кособродского деревоперерабатывающего завода Сергей Князев. Спикер областной думы Владимир Казаков отметил, этот трудовой десант приурочен ко Дню Победы и не будет последним. Сегодня здесь произошел трудовой десант Курганской областной думы. Часть депутатского корпуса, аппарат Курганской областной думы. Мы в день ознаменования День леса, да, у нас недавно был, мы приняли решение поучаствовать в этом процессе. И вот выбор пал на село Белозерское. Нам подобрали площадку территории районной больницы, и мы решили здесь высадить молодые сосны. Охрану и уход за будущей рощей доверили старшеклассникам села Белозерское. Помогать им будут депутаты областной молодежной палаты. Мы все из одной области, и коли принимает участие общественная молодежная палата, ну, я не хотел такое пропустить, потому что действительно вроде мелочь посадить дерево, а в целом это такая очень важная вещь, я хотел в ней поучаствовать.